Так, ну что, всем привет, это воскресное утро. Сейчас видео будет короткое. Я взял дрон, сейчас попробуем пролететь немножко. У нас Цвибельмаркт идет, выходные я не смог поснимать, потому что был дождь, да и гулять там даже было так себе, не очень. Плюс сейчас подойдем к машине, расскажу все-таки, как это произошло вчера, потому что как-то не до этого вчера все это случилось, и было не очень комфортно рассказывать. Сегодня хорошая погода, наконец. Вчера радостно довольно прошел вдоль всех этих палаток, шел к машине, вот так вот. Вот здесь вот меня ждал человек, здесь стоял X, и вот эта вот штука была, да? В итоге машина у меня стояла на парк-классе моем, человек просто-напросто сдавал назад, вот, он пытался развернуться, и своей правой стороной он зацепил мне вот. Я не знаю, как так получилось, потому что у него X с ассистентами, со всеми, с 3D-камерой. Он говорит, я, говорит, просто тебя не заметил. О, крыло на место даже стало. О, еще хорошо. Еще бы это бы все. Парктроник из-за этого мне голову сейчас дурит жестко. А если попробую залезть? Хрен там выломался он. Просто мне пищит все время отключает. Ассистент парковочный. Да. Да ладно. Так, все. Пойдем сейчас полетаем. Пока людей немного. Конечно, я не покажу все то движение, что происходит вокруг. Но вот сейчас пойдем к церкви. Там выберем место, где потише. И взлетим. Так. Думаю, здесь мы можем взлететь. Хорошее место, тихо, спокойно, и площадь недалеко. Да, интересные кадры с дроном получились. И закончим, наверное, тему с машиной. Мне по логике все должна платить страховка второго человека, который в меня въехал. У него каска, ну, полная каска. Мы обменялись данными.
Я получил от полиции, мы заполнили лист, где указано, что вот он виновник, там все расписано, что он сдавал назад, он мне повредил машину. Полиция сама ничего не фотографировала, фотографии все у меня. Моя задача теперь поехать в Opel-сервис, наверное. Это сделаю завтра после работы или на днях. Вот самое страшное, что у нас переезд на следующей неделе. Я хотел максимум все перевезти на своей машине и уже четверг-пятницу взять бус, чтобы там уже кухню загрузить, туда диваны, то, что не влезет в мой универсал. И мне нужна машина. Я не знаю, по логике мне должны давать какую-то подменную машину на момент, ну, на время ремонта. Но это могут быть дать какую-то там Opel Corsa или что-то маленькое, куда ничего не влезет. Поэтому я завтра съезжу на Opel, сначала после работы узнаю, как все это происходит. По логике, когда я даю машину, они сами связываются вот через этот вот бланк, где заполнено с хозяином машина, которая повредила, они связываются с его страховкой, и страховка должна мне все его оплатить. Ну вот и все. Я еще с этим сам ни разу не сталкивался в реальности, потому что это первый раз у меня в Германии такое случилось вообще за 2,5 года, как я уже говорил. Так что это уже в следующем видео расскажу, как что это происходит. Но на сегодня, наверное, будем заканчивать. Вот такое получилось видео. Вот. Да. Полеты на дроне. Ярмарку мы не успели толком пройти, потому что сейчас мы займемся готовкой суши, наконец-то. Я уже снимать, наверное, не будем, потому что мы уже начинаем собираться, и 3-10. Так что вам спасибо за просмотр видео. Не забывайте про лайк, комментарий обязательно. Вот что-нибудь да напишите. То, что вы хотите сейчас вот сесть, вот просто на паузу и написать. Ну или задать какой-то вопрос. Это тоже очень важно для меня, для продвижения. Ну и что еще вам сказать? Хороших выходных. Хорошей трудовой будней недели и до новых видео уже совсем скоро. Будем узнавать, как же все-таки в Германии с страховкой и с машиной. Все, всем пока!